13 апреля в КФУ пройдет отборочный этап международного чемпионата «Кейс-ин». В ходе отборочного этапа в течение 10 дней участники будут решать инженерно-технические задачи. Важная роль будет отводиться экономическому обоснованию предлагаемых решений. Самые активные участники субботника в Татарстане получат вознаграждение. Для этого надо выложить свое фото с субботника с хэштегом «Эковесна2016» в одной из социальных сетей. Главным призом станет интернет-планшет. Ученые КФУ создадут навигационную карту для освоения Луны. Выигранный грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение вращения Луны позволит определить структуру небесного тела. В республике продолжается прием заявок в новый поток проекта Министерства экономики Татарстана и Казанского федерального «Фабрика предпринимательства». Участвовать могут все желающие, от школьников до действующих предпринимателей. «Тотальный диктант 2016» ждет казанцев 16 апреля. Ежегодная мировая акция, направленная на привлечение населения к проблеме безграмотности, пройдет в Казани на базе трех учебных заведений. Одной из площадок станет Казанский федеральный университет.